Гагаринский суд Москвы признал законным взыскание исполнительского сбора в размере 2,2 миллиарда рублей с экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Гагаринский суд отказал в удовлетворении административного иска Абызова о признании двух постановлений о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 2 287 351 358 рублей незаконными, сказали в пресс-службе. Ранее в суде сообщили, что в отношении Абызова были вынесены два постановления о взыскании исполнительского сбора на 9 501 083 рублей и 2 277 850 302 рублей. В связи с чем их вынесли, не уточнялось. В своем иске экс-министр просил признать незаконными постановления и приостановить их действия. В октябре 2020 года Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 32,5 миллиарда рублей, принадлежащих Абызову и 5 иностранным компаниям. В мае Мосгорсуд признал решение законным, оно вступило в силу. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее чем 5 зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, в должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, получать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. По версии прокуратуры, данный факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы.